Первый раз всегда тяжело собрать ресурсы, понять, как это делать. Говорил, может быть, за 5 дней сделаем, но за 3 дня не успеем, не успеем. Вот это единение города и села, оно настолько было заметно. Говорят, Миш, мы пойдем, вот мы это будем делать, все, ты не отвлекайся, мы пошли. У нас и люди, и дети разучились работать, они стали ленивыми. Хочется же придумать, чтобы этого еще не было, либо, по крайней мере, это было как-то по-моему.